Месяц прошел с момента вступления в должность нового уполномоченного по правам ребенка в Чувашии Елены Сапаркиной. Что успела сделать омбудсмен за это время, она рассказала сегодня главе региона. Посещение детских домов и интернатов. Этим первым делом занялась Елена Сапаркина после вступления в должность. За месяц она объехала почти все учреждения республики. В основном у нас в республике ситуация положительная, то есть обеспечение материально-техническое специалистами очень на хорошем высоком уровне. Детей-сирот немного, которые воспитываются в домах-интернатах общего типа, это 45 детей, а в доме-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья 60 детей. Михаил Игнатьев обратил внимание на безопасность детей в интернете и их защиту от информации в так называемых группах смерти в социальных сетях. Также на встрече обсудили предоставление льгот малоимущим семьям, обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.